Сотрудники Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, а также подведомственных учреждений присоединились к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Одним из первых прививку от COVID-19 поставил министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц. Мы все понимаем ту государственную задачу, которая стоит перед нами, это вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции. И то, что необходимо вакцинировать тех людей, которые находятся, так скажем, на переднем крае общения с гражданами. Поэтому и возникла идея организованной вакцинации для работников сферы физической культуры и спорта и нашего министерства, и подведомственных учреждений. Я считаю, это нормальный, хороший, такой побудительный пример. Хотелось бы огромные слова благодарности в целом медикам сказать, пользуясь случаем, за ту работу, которую они делают по, прежде всего, лечению больных коронавирусом, потому что мне самому, к сожалению, пришлось эту чашу испить сполна, что я почти 2 месяца находился на больничном, месяц в стационаре, там и в реанимации, и везде. То есть это огромная работа, которая заслуживает таких слов благодарности. Перед тем, как поставить прививку, врачи уточняли, как человек себя чувствует, измеряли температуру и давление, проверяли, нет ли аллергии и противопоказаний. Все работники министерства выражали врачам слова благодарности за внимательность и профессионализм. У нас повышена такая зона риска, и это возможность пройти, первый этап вакцинации, второй этап, и это позволит нам в дальнейшем уйти от зоны риска. Второй этап вакцинации пройдет 30 июля.